Мы называем эту историю «Стойкий оловянный солдатик по кличке Рексик». Пес пытается только радовать хозяйку. Весь август Рексик радовал нас своим спокойным состоянием, отсутствием жалоб, и он даже снова начал подниматься. Но какие-то процессы в его организме уже просто происходят. Видимо, это все просто необратимо. Я вижу, как Рексик усыхает. Его тело стало твердым, как мешок с цементом. Хоть он и держится молодцом, я вижу, что его состояние ухудшается. Нет, не в плане аппетита или криков, такого нет вообще. Он прекрасно кушает и не кричит, не страдает, боли он не испытывает. Именно хуже по состоянию тела, пытается объяснить хозяйка то, что начала замечать за собакой. У Рексика диагноз остеосаркома. Его историю болезни все вы знаете. На протяжении уже года мы рассказываем. И вот, наконец-то, нам дали этот страшный диагноз. Конечно, когда он снова стал кушать хорошо, когда у него прекратились любые боли, когда он такой стал более бойкий, мы думали, ну, может быть, ну, знаете ж уровень наших врачей, может быть, ошиблись, может быть, ну, не настолько, по крайней мере, серьезно, а может быть, это все излечимо. А теперь даже по фотографиям видно, что он как старичок. Вот кушает он прекрасно, да и самое лучшее, а вот такое. Не знаю, может быть, кто-то из наших читателей или зрителей сталкивался с подобным случаем. И вообще, при таком диагнозе долго ли живут и как это случается? Просто Людмиле Чернецкой никто ничего не говорил. Затвердение тела – это, наверное, и есть то начало, как сказала волонтер из Уфы, начало конца. А так вообще он умничка, очень жалко, он смотрит и все понимает. А у меня душа наизнанку выворачивается. Он пьет кефирчик, любит его, пытается простыми фразами передать женщине-инвалид все то, что сейчас у нее творится в душе.